Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер один. Внизу страница 4 рабочей тетради по математике для первого класса автора Маром. В этом упражнении мы должны будем раскрасить. Сначала мы раскрасим синим цветом 7 кругов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем мы раскрашиваем треугольники. Их должно быть на 3 меньше. То есть 7 без 3. Вот мы раскрасили 7 без 3, то есть мы раскрасили 4 треугольника. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.